Талдыкургане прошли традиционные ильясовские чтения. На научно-практическую конференцию съехались ученые-ильясоведы со всей страны и ближнего зарубежья. Темой встречи было обсуждение жизни и творчества Ильяса Жансугурова. Буквально недавно вышел в свет его 10-томник, в который вошли произведения классика, неизвестные широкой аудитории. Это, естественно, был социалистический реализм в литературе. В этом отношении Илья Жансугуров не смог издать свое предложение. Поэтому вот эти все произведения были выпущены в 10-томном размере. И в этом отношении вот эти все тома или эти литературные наследия сейчас проповедуются не только у нас в Жестовском государственном университете, они также пропагандируются по Республике Казахстан в высших учебных заведениях.